За ініціативи народного депутата України Сергія Ківалова вже вкотре відбувся захід для дітей з Приморського району. Цього разу малюки з батьками завітали до Одеського академічного українського музично-драматичного театру на спектакль «Дюймовочка». Ви знаєте, зараз літні канікули, і дітей потрібно завлечь. Потрібно зробити все для того, щоб вони відпочили. Ну вот они сидят некоторые часами, сутками у компьютера. Это неправильно. Мы в первую очередь пригласили детей, которые являются, как мы их называем, семьи переселенцев. И детей с этих семей мы пригласили сюда. Мы им прививаем любовь к Одессе, любовь к искусству. Если мы организовываем другие какие-то мероприятия, мы их не забываем. Мы их приглашаем, и чтобы они чувствовали, что они нужны, и что они востребованы. Спасибо Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он организовывает досуг для наших деток. Это очень большой плюс, ведь интеграция важна очень в местную громаду. И детки-переселенцы с большим удовольствием ходят на все мероприятия, которые организовывают при помощи Сергея Васильевича. Для нас это очень важно, мы чувствуем поддержку. Окрім цього, на свято також завітали вихованці дитячого будинку на Макаренка, 20, для дівчаток з особливими потребами здоров'я. Цим закладом вже понад 10 років опікується народний депутат. Ми пригласили дітей з дитячих домів, з інтернатів, і їх потрібно зайняти. Вони ж не винуваті, що у них немає батьків. Ми і студентів привчаємо. Наші студенти приїжджають в різні дитячі дома, які знаходяться в Одесі. І вони організовують якісь концерти, утренники. Это наши дети. И если это наши дети, то мы должны о них заботиться. Вот это самое главное. Приятно было получить такой хороший подарок для детей от Сергея Васильевича Кивалова. Мы очень рады, что мы сегодня побываем в Украинском театре с детьми. С детского дома, интерната Макаренко 20. Очень важно для таких детей быть наравне с такими, как все. Очень. Поэтому мы сегодня здесь. Сергей Васильевич очень часто бывает у нас в детском доме, интернате. Помогает и материально. И мы общаемся со студентами академии. Это незабываемые встречи наши девочки. Очень ждут, когда приезжают студенты. Під особливою увагою парламентарія – багатодітні родини. Цього разу театр відвідали представники Ради багатодітних родин України «Велика родина» та Одеської ради багатодітних матерів. Культурный досуг детей очень важен, особенно сейчас в летнее время, когда школа завершилась. Мы посещали в Юракадемии прекрасный спектакль в свое время. Сейчас вот интересное мероприятие, спектакль «Дюймовочка». Вот, это ну, важно в детях поддерживать, да, культуру, взаимоотношения, коммуникацию. То есть огромная благодарность Сергею Кивалову за то, что он вкладывает очень много сил, времени в образовательные проекты наших детей, многодетных особенно. Давно, во-первых, не были, во-вторых, это премьера, хочется посмотреть, вот, порадовать детей. Новым каким-то, что придумали наши режиссеры, какая новая постановка. Это очень важно, потому что сейчас наше положение как бы не сильно экономическое, хорошее, а вот эта вот проделанная работа, подрастающее поколение просвещается, культурное поведение детей улучшается. Під час постановки за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена «Дюймовочка» маленькі одесити змогли насолодитися професійною грою акторів, яскравими костюмами та музикою. Також на гостей свята чекали солодкі подарунки та сувеніри. Я прийшла в цей театр з хорошим настроєнням, і я думаю, він буде, цей театр, замечательний. Дуже яркий, красочний, дійсно цікавий, дуже сучасна постановка. Я була удивлена лично. Мені подобається. Діти, вам подобалось? Так! Ну, конечно, очень важно, потому что, ну, семья – это вообще первое и самое важное, что есть в нашей жизни. Поэтому всегда очень важно проводить время с ребенком, чтобы ребенок проводил с родителями время. И мероприятие очень замечательное, очень нам понравился спектакль. Мне очень понравилось, было круто.
Діти завжди є бажаними гостями різноманітних благодійних заходів, які проходять за ініціативи та підтримки народного депутата Сергія Ківалова. Щоденні свята в одеських дворах, дитячі фестивалі у міських парках і скверах, новорічні, різдвяні, великодні та інші свята – усюди можна побачити задоволені, усміхнені обличчя маленьких одеситів.